Всем привет! Вика вернулась из деревни. Хорошо отдохнула. Знаешь что? Пришла посылочка. Тебе. Мне? Да. Сейчас посмотрим ее. Посылочка? Да. Это дождевик. Заказали в Китае дождевик ходить осенью, потому что сезонники постоянно ломаются. Особенно у меня. Да, особенно у Вики, поэтому я решила ходить без зонтика в дождевике. Это самый классный вариант. Чик, ну это ж на куртку, ну, и да, на рюкзак. Ну, немножечко, может, на вырос, но плюс еще куртка, плюс рюкзак. Посмотри, какой он крутой. А капюшон одень. Класс. А, это надо надуть. Вот, вот здесь надуваешь, чтобы он, наверное, не слетал с головы. Надутый он будет. Вот такой комбинезончик. Поверни задом. Вот. Класс. Микки Маус. Заказали дождевик в Китае. Тут прям Дисней. Вот. Очень хорошего качества. Очень понравился нам. Немножечко воняет, конечно, но это... Ну, просто это из Китая, и когда посылки приходят, если одежда, всегда так пахнет. Да. И сумочка. Вот так. Сумочки, кстати, можно что-нибудь носить. Да. Например, дождевик. Жулька. Вика, ты взяла себе самокатик? Да. А кто ездит? Марк теперь ездит на самокате. Да. Ты смотри, вперед люди идут. Сегодня очень активно у нас на школьном дворе. У нас выборы. Да, у нас сегодня выборы президента. Да. Марк учится кататься, да? А там же можно выбрать кого-то. Да. Да. Выбирает президент. А мы идем посмотрим. Да. Марк научился кататься, пока мы шли, да? Ну, вообще он уже умел, когда просто... Ой. Мы были на почте, мама... Меня оставила, а Марк научился кататься на самокате. Угу. Так, Вика поужинала. Вкусно было? Теперь... Мама, мне даст сюрприз. Да, у мамы есть сюрприз. Еще один за сегодня для тебя. Смотри, чокопай. Вот такой чокопай заказали в... Евроопте. Там еще другие виды есть. Есть даже с какими-то начинками внутри. С жидкими начинками внутри. Чокопай с клубничкой. Давайте сейчас попробуем. Ну, попробуй, давай. К нам пришел главный эксперт по чокопай. Ну-ка, смотри, что у нас сегодня есть. Не-не, одну мне, а вторую тебе. Ну, что ты у него выхватываешь? Я, по-моему, и тебе дала. Ну, пробуй. Ой. Да, я свет нормально что хочу. Что мне в этом не нравится? А что мне в этом не нравится? О! Вот, свет хоть нормально сделали. Ну, как? Вкусно.
Очень. Покажи. Давай я тебе открою. Покажи. Вот такой внутри. Пахнет клубничкой. Да. Ну что, Марк, ты оценил? Вкусно? Аж танцы танцуешь? Класс. Вот так. Ну все, на сегодня день у нас подходит к концу. Да. Будем мыться, ложиться спать. Все, всем пока-пока. Мыться, брыться. Пока-пока. Да, молодец. Вот так, пока-пока.